Заглянем в гости к Алёнушке. Так называется детский сад в Устьянах, который снискал славу далеко за пределами региона. Российская академия образования выбрала его площадкой для своих проектов. Почему, расскажет Артемий Заварзин и покажет, как и за счет каких средств в этом году Алёнушка станет краше. В Архангельской области этим летом капитальный ремонт 29 учреждений дошкольного образования в 11 муниципалитетах. В их числе детский сад «Алёнушка» в Устьянском районе. У нас единственный детский сад в районе имеет бассейн. Бассейн во многом помогает детсаду быть площадкой для реализации проектов Института возрастной физиологии Российской академии образования. Обучение плаванию, гидромассаж, закаливающие процедуры. Тем важнее провести большую реновацию. Ремонт бассейна и стены – перехода бассейна, обшивка металлосайдингом. Бассейн будет красивый, современный, смотреться будет хорошо. В рамках капитального ремонта в детском саду запланировано полностью заменить двери, окна, отремонтировать кровлю, обновить системы отопления, канализации и водопровода. В общей сложности на эти цели будет направлено более 10 миллионов рублей, из них 8 миллионов выделено из бюджета региона. Евгений Автушенко поручил Министерству образования завершить ремонт ускоренно, но не в ущерб качеству работ. Александр Анатольевич акцентировал внимание на том, что детишки должны быть распределены по другим детским садам. И, соответственно, все-таки к 1 октября закончить работу. Это 100%. К 1 октября даже, возможно, раньше. Всего за счет областных субсидий в Устьянском районе капитально отремонтируют 3 детских сада. Артемий Заварзин, Мария Даник, Евгений Языков, Александр Кузнецов. Регион 29.